Лицеисты Казанского федерального университета стали обладателями медалей 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы World Skills Russia 2020» возрастной линейки «Юниоры World Skills». Финал чемпионата впервые проходил в дистанционном формате с 7 по 20 сентября. Так, золото чемпионата в компетенции фотография завоевала ученица 9 класса лицея имени Лобачевского КФУ Самира Сафиулина. Ученики IT-лицея КФУ Амир Гарифуллин и Диляра Садыкова завоевали серебряные медали чемпионата в компетенции предпринимательства. Я и мой напарник Грифуль Намир для участия в WorldSkills создали свой проект «Македонский с нуля» и начали его реализовывать. Суть проекта «Македонский» — это производство и реализация подарков, напечатанных на 3D-принтере. Мы печатаем из экологически чистого пластика, то есть это одно из наших преимуществ, так как все остальные производства используют ABS-пластик, который не биоразлагаемый. Также, учитывая, что мы используем 3D-моделирование, то мы можем воплотить любую задумку клиента в жизнь. Десятиклассник Артур Лукьянов и девятиклассник Семен Смирнов, наставником которых был сотрудник IT-лицея КФУ Вадим Гуськов, стали обладателями серебряных медалей чемпионата в компетенции сетевое и системное администрирование. Готовились мы к нему еще с прошлого года, то есть это достаточно большой промежуток времени. Сначала была подготовка к региональному чемпионату. На региональном чемпионате Татарстана мы победили, прошли всероссийский этап. В компетенции видеопроизводства бронзовую медаль получил Арслан Генеитулин за видеоролик «Папа WhatsApp». На чемпионате я представил документальный фильм «Папа WhatsApp» об отце, который много времени проводит на работе и не находит его на общение с семьей вживую. Поэтому поддерживает связь с родными через приложение WhatsApp. Конфликт в том, что когда в семье возникла проблема, отец ее решает через мессенджер. Серебряным призером чемпионата в компетенции веб-дизайн и разработка стал девятиклассник Сава Шульгин. Некоторые ребята планируют участвовать в чемпионате в следующем году и развиваться в новых направлениях. Диана Желенгова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.